Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димаски, Донфайр, Бульбазавр, Арк. Сегодня мы играем очень классную карту, называется 5 ночей с Микки Маусом. Если бьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Так, пацаны, вы знаете, что на этой карте надо делать? О, да, Микки Маус. Главное выжить от Микки Мауса. Да, а как их когда-нибудь приходить, что делать? О, смотри, Микки надо Маус. Кнопку нажимать, да, какую-то? Нет, тут, рядом тут стоит, это рядом никак панель не делается. С кнопками еще есть. Смотрите, рядом пошли, пошли еще. Посмотрим. А, это дверь, наверное, надо закрывать. Да, да, да. А где двери? А ну нажимайте. Вот. А вот эту сторону можно закрыть? Во, здесь прикольно, мне нравится. Здесь, кстати, смотрите, телефон с кнопками, оно ничего не делает. Ничего не делает. Так, все, возвращаемся. Посмотрим, как сюжетку сделал разработчик. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся для вас. И давайте уже добьем до 1 000 000 подписчиков. И еще хочу сказать, что есть у меня Димас Лайв канал, где выходят Скраб Механик, Брик Рикс и другие классные игрушки, которые не увидите вы на основном канале. Так что заходите по ссылке, подписывайтесь и смотрите. Там уже и Брик Рикс мы поснимали, Скраб Механик 5 роликов. Чё черный экран? Ну, кто переходит, видимо. Ага. Вон. Я вижу, они там ходят, да? Он перемещается. Первую ночь пока никакого актива, в принципе, нет. Вы меня видите на камере? Ой, давайте фонарик включим, я теперь их вижу. А у вас время идет или нет? У меня времени нет. Мне не показывают. Вот, пришел, стоит. А что делать, когда он приходит? Ух ты, блин, я чуть не обострейшн. Что за... Может, надо было выбегать с комнаты? Не, я выбегал с комнаты, не все равно с кремак словил. Так, как-то надо выживать, может фонариком в голову светить? Не. Получается, еще приходят монстры. Наверное, надо дверь закрывать. Да, все, я понял, спасибо за совет. Не пускать его в комнату. Так, давайте возьмем ночной режим, с ним поярче будет. Ну и немного вот подлагивает. Не, у меня вообще не лагает никогда. Все идет очень четко. Эй. О, это я. О, кстати, я заметил, что Балди. Голова Гуфи. Была? А, да, кстати, я тоже не обращал внимания. Крючки, не надо крючки? А их брать нельзя. На них повесить, это может. Странная выживалка, думал, будет отчет времени идти или что-то такое. Ну, в первую ночь ничего такого активного. Так, я подвал смотрю. Тут подвал есть? Да. Или это, да, это я подвал. Я лежу. Или нет, а нет, это не подвал, это вот. Это... Ой, кто-то умер. Я видел, я слышал. Воу, здесь прикольно. Не подходите к нему. Ой-ой-ой-ой, я понял, я понял. Кстати, они такие стрёмные. Подойди еще раз на них, посмотри. Он на расстоянии не убивает, он только если вблизи подойти. Как обычный аниматроник. Так, а убьет. Ой, смотри, что ты делаешь, уже два валяется челика. Опа, он ушел. Пошел, пошел за ним. Вот стоит Микки Маус. Чё-то никого не наблюдаю, пацаны. Они просто стоят. Они не очень, да, активные? Кролик ушел. А чё за двери? Где они открываются? Не знаю. Какой-то звук идет? А где? А, во! Я видел только что. Может, этот звук, типа, заставляет их ходить оттуда или приходить туда? Не знаю. Ну и может быть, как в третьей части, типа, звук... Слышь, не работает экран теперь. Значит, поломалось. Эй, не ломайся, экран. Классно, да, смеются они? Такой звук прикольный очень. Кстати, кролик на своей начальной позиции. Значит, Микки они... тоже на начальной позиции, они все по домам ушли. Это хорошо, что они на нас не нападают. Во, прикольно, а чё он так переключается? С переходами. Странно, я думал, не будет жестче нападать. Или может мы нажимаем все от фонаря кнопки, это работает, чтобы они не нападали. Так же бывает? Ну, мне кажется, что в третью ночь уже начинается веселье. Ну, а сколько времени уже прошло так? Да сейчас вторая ночь, мне кажется, скоро закончится. На, минус один. А как узнать, какая ночь? Мне не написано. Сейчас вторая. Вот, пришел. Что нажимать? Вот что нажимать ему? Мы сейчас умрем. Телефон. Ушел. Ушел. Мы что-то нажали. Да
вот эти красные. Может, там, где он стоит, надо нажимать? Мне кажется, где красные, ну, вот эти красные, он типа их отвлекает, это что-то. Понял. Чё, вроде хорошо все, мне нравится, как мы выживаем. Они все по домам уже. Никого нету. Может, они нас боятся, когда нас четверо? У тебя тоже черный экран? О, появилось. Так, когда мы... А может, мы проиграли, оно не работает уже? Может, нас заново за то, что мы сдулись? А, не, ну он же приходил только что. Поэтому все нормально, продолжаем. Так, давайте посмотрим в комнате там. Как это калитку открыть? Ой, кто-то умирает. Я слышу. Опа, сейчас переместится, значит. Камера сама переключается, очень странно. О, тут валяется, вы видели кролик? Блин, я дернулся. Да блин, он какой-то неадекватный кролик. Так, ждем. Никого не наблюдаем. Ну, странная карта. Не, надо в Гаррис Моде все записывать, даже такие карты. Ну, не зря же у него 5, о, да, 5 звездочек. Почему столько поставили? Кстати, тут еще должна быть расплавленная нить. Хорошо, давайте мы для эксперимента обнулим карту и еще раз запустим. О, музычка, да, крутая? Все, пацаны, движ пошел. И телефон пошел. Так, трубку взять надо, да? Hey, buddy, it's Greg here. Hey, so sorry again for making. А в тот раз был разговор телефона или нет? Нет. Так может мы неправильно запустили? Не, ну он же пришел и убил нас два раза, поэтому по-любому мы все правильно сделали. Ну один раз. Так, стоп, сон пропишу, потому что очень громкий звук. Ну давайте проверим. Сейчас мы все правильно сделали. Все-таки Гаррис Мод иногда скрипты, да, неправильно срабатывают. Вот сейчас, мне кажется, они нас будут мочить жестко, пацаны. О! Так, идемте, идемте лучше к нам в офис. Так, так, так. Он в офисе, кролик в офисе. Да? Он сейчас убьет. Я вижу, я вижу. Надо нажимать там, где он стоит. Ушел. Я нажал, он ушел сразу. Кролик псих. А кролик тогда не приходил, кстати. Кролик ушел на место. Так, значит, они сейчас будут четко ходить. Не умри, как ты любишь, только окей. Я? Не, я этому King of Fire, он уж сколько... Ну да, не надо умирать. Да, я умру. Так, монитор включай. О, включилось. Тут что, есть кнопка затухания экрана? Чуть не работает. Заразить себе сразу все. Конец. Чё не работает? На газету поешь. На. Ну еще раз телефон понажимаем. Ну, нападайте на нас, мы вот стоим. Так, в следующий раз мы другую версию игры будем записывать. Ну, первая ночь, в принципе, понятно. Наверное, во второй уже будет пожестче. Потом третья. Ну да, да, да. Это они просто типа ходят, разминаются. Так. Ага. Значит, сейчас придет кто-то к нам сюда. Или нет? Очень странная карта. Напишите в комментах, как вам такая карта. По-своему, она очень прикольная. Такая оптимизированная. Очень антуражная. Музыка прикольно наложена. Ну, слабо приходит. Или надо просто очень долго в нее поиграть. Тогда начнется, наверное, интересно. И тогда мы поймем, зачем эти кнопки красные, да? Ну, ждем. А, кстати, когда там было когда запущено перед записью, угу. Они там вообще активили жестко. Да. Вот, наверное, они... надо подождать просто. Там когда ночи пройдут время. Микки, он стоит сейчас здесь. Перед... перед двумя экспо. Ну, на карте с фонариком видно, да, точки, куда они должны телепортироваться? Да. Ну, должны много везде стоять. О, кто-то дует. Вторая ночь? Да, началась. А как ты узнал? У меня высветилось на синем экране. А, у меня вот... Блин, я идиот. У меня камера в руках была, поэтому я не видел. Нормально.
О, смотри, пришел. Так, я нажал кнопку там, где он стоял. Дальше, да. Ребята, мне вот это уже нравится. Вот это интересно. Так, 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 чекаем. Насколько я знаю, тут должно активить где-то 3-4 персонажа должно активить. Насчет пятого не знаю. Ну, главное здесь Микки Маус. По идее, да. Или Скрудж Макдак. Он тут есть? Да, есть, я вижу по носу. Когда фонариком подсвечиваем места, где они должны стоять. Так, Микки Мауса чекаем. Ну вот, в комнате... О, пришел! Кстати, Микки ушел. Я нажал... Отлично, надо нажимать там, где он стоит. В офисе. Вот ты, блин, нажал, и он прям вовне застанет. Да? Микки, кролик, Макдак и еще... А! Там еще... Расплавленная... Ну, короче, это... Женская версия Микки, забыл, как её зовут. Я знаю, что она... Микки Маусиха. Я не знаю. Просто забыл, как зовут. Я тоже забыл. Но вроде и не помнил. Вот я не знаю, Гуфи будет активить или нет. Ну, башка его лежит. Может и будет. Ну, вы где? Вторая ночь. В школе тусуюсь. Ой, тут граната так жахнула. Телефон поломался. Не, надо, чтобы кто-то кнопки нажимал. Ну, как-то стоят на месте. Тихо, хотел сказать, тут забор пришел к нам. Так, а тут дверь открылась? Или тут удалили двери? Я не понял. Не, никто не удалял. Значит, дверь пропала. Из этой комнаты кто-то вышел. И что это барон устроил? Странный звук, да, когда они телепортируются? А кролик в офисе? Ну, в смысле, не в офисе, а в холле. Ладно. Иду. Микки пока на месте. Прикольно, прикольно. Что, у нас тут кишки из жопы? Вообще, да, там большой. Микки. О, их тут должно двое быть. Микки в туалете. Так, кролика нету, да. Тут-то. Микки Мауса нету. Они, Микки в туалете, а кролик в холле. Там, где я сейчас. Понял. А где тут туалет? Тут туалеты есть? Это прямо, да? Вон. Нет. Вон. А, вижу. Красавчик. Тут а кто меня стоит. Убил? Это кролик. Ах ты говно, он кролик. А, Микки Маус, нажимайте. Я нажал, он ушел. Видели, он уже стол начал ломать нам. О, давайте мы попробуем подрубить на этой карте свечение. Постобработки. Ну, не знаю, поменялось что-то или нет. Да, вроде ярче фонарик стал светить. Да-да-да. Смотрите, как физган стал прям вот подсвечиваться. Чуть ли не трассировка лучей. Пришел, нажимаем. Там еще, кстати, был кролик. Вы его сразу тоже отогнали. Вот я молодец. Зато я понял, зачем эти красные кнопки. Магия ж умеешь практиковать. Так, красава, обращайся. Профи. Так, все вроде бы. Никто не идет? Ну, все на своих местах. Отлично. Хочу проверить, как будет третья ночь высвечиваться. Я уже думаю, мы дойдем, да, до третьей ночи по любасу. Ну, времени-то по идее, если судить по логически, то осталось еще чуть-чуть, там где-то по игровому времени минут 10-5. Да, не, игровому времени, да, а реальному времени, я думаю, минута. Ой, кто-то на дерево. Ну, покатаем, давай вместе. А мы катаемся на диване. Темновато, конечно. А, осторожно, не гафай, за тебя кролик. Ой, я их тени боюсь. Так, вроде бы все четко, пацаны, вообще профи. А, да, теперь листовки даже засвечиваются, их невозможно прочитать. А если мы отключим, мы их видим. Хоп, засвечивается. Зачем ты сюда прилетел? Блин, я запер. Что там, не едет? Не выпустят. Нормально. Встал посередине коридора. Не выпускает. А? Тихо, легче. Психованный диван.
Дави их всех. Я подумал, что это кто-то завизжал, это, блин, от этого. Ай, блин, он же тихо, тихо, легче, 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 психованный. Диванист. Ну-ка, о, давайте нам третью ночь. Я думаю, что осталось секунд 10. И будет третья ночь. А, тихо, тихо, сейчас придет. Сейчас придет. Нет. Не бей меня. Бей, бей его. Они оба в поле стоят. Да? Да. Ну, идем посмотрим. И кролик, и этот. Да, я вижу, я вижу. Кстати, кролик вот здесь стоит. Микки Мауса хочу рассмотреть. Красавчик. Такой я вроде добрый с виду. Но когда приходит, ну, мочит нас. Ну-ка, давайте третью ночь. Не? Ага, игра такая, а ну обойдешься. Выживай пока на второй. Не, мне реально показалось, что первая прошла быстрее, чем вторая. Да, да, да. А может уже высвечивалась третья ночь? Кролик, кстати, пропал. А, он, наверное, перед комнатами их спал. Он на шаг назад отошел. Ну ждем, должен прийти. Да удалит это. О, пришел! О, блин! Я забываю, что он мочит. Мы не прошли до третьей ночи. Не даже не нажали кнопку, пацаны. Я хотел, но я да не блин, дали чуть-чуть не хватило. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!